блока с 10 по 12. Блок номер 10. Так. 7 блоков остается, чтобы найти буковку какую-нибудь. Пока ничего, но только начало. А вот и первая параллелка. Джерси. Два мира, одна игра. Отличный кусок. Много пакетов-то не открытых. Так. Все разом и смотрим. Рубиновая параллель и двойная джерси. Матча звезд. Так, что у нас получилось? Сейчас увидим. Рубиновая параллелка. Томаш Заборский, авангард. Короли хоккея, 68 из 100. Томаш Заборский. Эвандер Кейн, Динамо Минск. Два мира, одна игра. 60 из 350. Серебряная версия Эвандер Кейн, Динамо Минск. Двойная джерси. Матча звезд. Александр Королюк, Витязь и Юрий Лехтеря. Сибирь, Новосибирск у Лехтеря. Очень неплохая двухцветная джерси. 99 из 100. Александр Королюк, Юрий Лехтеря. На рандом, Витязь, Сибирь. И отличный трехцветный патч с толстым швом посередине на Илье Купов. Представляет у нас на Илье Купов. Нижнекамский нефтехимик. 118 из 200. Два мира, одна игра. Джерси. Ну или Кубов, нефтехимик. Так, это был 10 блок. Очень неплохие джерси. Блок номер 11.
11 блок. Первая параллель. Автограф. Следующая пачка. Да, куча пакетов не открыто. Надо брать поменьше. Так. Смотрим. Параллелка и джерси. Вот и все киты похожи на 11 блок, по крайней мере. Толстых карт здесь нет. Нет, сначала посмотрим, как без этого. Так. Две параллелки по 350 экземпляров тираж. Никита Никитин, Авангард Омск, Два мира, одна игра, серебряная версия, 26 из 350, Никита Никитин, Авангард. Далее, также Авангард, Александр Пережогин, Конкроткий Булит, Матч звезд, Короли хоккея. 222 из 350. Александр Пережогин, Авангард. Джерси, Брэндон Баченски. Один цвет, шов. Запад-восток. Брэндон Баченски представляет Борис. Номер карты 28 из 300. Брэндон Баченски. И автограф. Денис Толпека, Динамо Москва. 37 из 50. Денис Толпека, Динамо. И 12 блок. Последний в этом видео. После него останется 4 блока двух видео. Но пока 5 блоков можно считать не открытыми. По крайней мере, не знаем, что еще будет в этом блоке. Итак,
Ничего пока интересного. Атлант. Многих из этого пока не видно больше ничего интересного. Да, два хита ждем вот здесь среди пяти пакетов. Джерси и параллелка. Так и есть, два хита. Смотрим. Александр Радулов, Короли хоккея, 280-350, ЦСКА. Александр Овечкин, Динамо Москва, 2 мира, 1 игра, 247-350. Серебряная версия. Александр Еременко с куском, по всей видимости, эмблемы. Джерси Запад-Восток, Динамо Москва, 115-350, Александр Еременко. И автограф Дмитрий Космачев, Атлант, 48-50. Дмитрий Космачев, Атлант. Итак, 12 блоков открыли, еще 4 скоро, ну, конкретно 3 будет в следующем видео.